программ Дмитрия Владимировича. Скажите, пожалуйста, вот мы все ждем. Шахматист, я надеюсь. Вот вы сказали в процентном отношении, да? 2009 год 97 миллионов, одни 49 пошли расходы на это. Это где-то, ну там порядка под 50 миллионов рублей. В 2010 у нас 135, получается 33%, приблизительно та же самая сумма. А в 2011 году получается 32% от 235. В связи с чем возросло в два раза финансирование Российской Шахматной Федерации на внутренние нужды, с вашего доклада? Ну, здесь имеются отдельные статьи, по которым можно докладывать, но я думаю, будет это занимать довольно долгое время. Нет, в два раза увеличилось, что людей стало больше. В абсолютном значении, да. Хотя по долевым показателям именно. В абсолютном оно выросло в два раза. Ну, увеличились расходы старым. Да, да. Коллеги, просьба соблюдать тишину, чтобы отметил председатель комиссии. Может быть, правление ответит, но я тоже могу. Ну просто точно цифры. У нас данные есть. Пожалуйста, нашего директора. Да, просьба прокомментируйте. В основном расходы выросли за счет того, что был увеличен фонд оплаты труда сотрудников. Это было связано с измененным налоговым законодательством, которое действовал в 2010-2011 году. Плюс значительно было увеличено количество сотрудников, которые работают в федерации, обеспечивают тот объем возросших соревнований, которые мы видим. Плюс дополнительные расходы возникли из-за того, что сейчас федерация возвращает обратно к жизни то здание, в котором находится федерация. Это требует значительных расходов, и это тоже отражается в смете наших расходов. При этом мы, осознавая, что основная цель федерации – это все-таки развивать шахматы и проводить соревнования, ставили себе целью, да, наращивать расходы, но в разумном некотором объеме, причем добиваться того, чтобы их долевое соотношение в общем виде расходов было меньше. Таким образом мы повышаем нашу эффективность. Да, здесь вот еще и выросли, мы не знаем почему, налоги фонда с 11 миллионов. Вы знаете почему? Да, там налоги пластичные. Вычитали налоговое законодательство? Ну да, вот я имею в виду. Ну да, почему понятно, потому что у нас увеличились в прошлом году обязательные взносы в пенсионные и другие фонды. Увеличились на 20 миллионов. Так, пожалуйста, еще коллеги вопросы.